Чебоксарах второй день работает передвижной лекционно-выставочный комплекс «Поезд будущего». Сегодня его посетил глава города Леонид Черкесов вместе с учениками 3-й Чебоксарской школы. Подробнее в следующем сюжете. Царское село, Санкт-Петербург. Первая страница истории развития российских железных дорог. Но за полтора века технологии шагнули далеко вперед. И новые поезда и дороги уже никак нельзя сравнить с предшествующими. Сапсан, Ласточка, Аллегра – это поезда, развивающие скорость более 200 км в час. Ребятам была предоставлена редкая возможность оказаться в кресле машиниста. В вагонах инновационного поезда есть специальные тренажеры, обучающие вождению. В экспозиции и различные макеты будущих точек роста отрасли. В таком составе вообще выставка впервые. Там 8 вагонов приехало. Все достижения железнодорожных, все достижения техники железнодорожной здесь показаны. Вот мы сейчас находимся в Авоне, где нанотехнологии, которые используются в железной дороге. И приятно то, что наша компания «Гален» тоже представляет нанотехнологичные материалы, которые используются в железной дороге. Выставочный комплекс путешествует по России более 4 лет. За это время с деятельностью и перспективами развития российских железных дорог познакомились жители 453 городов страны. Мне было интересно во всех вагонах, но больше всего понравилось, где тренажеры. И в первом вагоне, где рассказывали. Мне понравилось в данном вагоне, потому что я узнал побольше о нанотехнологиях, интересных материалах. Ну, вообще, из чего делаются современные вещи. Ожидается, что за 3 дня работы поезда будущего в Чебоксарах его посетят более 1500 учеников. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.